У меня ужасная весть. Ваш дедушка умер. Да я его даже не знала. Я должна завтра лететь в Рим, чтобы утрясать его дела. А мне надо срочно спасать свой брак. Кристин! Вот в Риме и почешешь похоть. Я приземлилась в Италии. Колоссиум. Ой, что, что, где он? Можно вернуться? Мы едем на похороны. А кем работал мой дедушка? Что здесь происходит? Пия! Исполни мое последнее желание. Стань новой главой семьи Бальбано. У меня полно домашних забот. Сын пошел в колледж, муж мне изменяет. Хотите, я разберусь с ним? Нет! Нет. Нет, как? Нет, не надо. Нам нужен кто-то хладнокровный. Скромный. Соображалкой. Вы назвали меня жалкой. Мы ведем войну с нашими врагами, с семьей Романо. Мы должны убить Романа, иначе они убьют нас. Все как в «Крестном отце». Ах, жаль, я не смотрела этот фильм. Ну что вы стоите? Ну да, фильм идет целых 3,5 часа. Кто поверит в нашу силу, если она вот такая? Вы похожи на библиотекаршу. Нашла красавчика итальянца. Он меня так истязал. Что было так здорово? Вы босс. Нет, я... Босс решает все проблемы. Я испекла кексы. Я устала от войны. Моя семья устала от войны. Боже мой, турагент не врала. Можно мне еще шарик? С ним надо кончать, как с тобой, что ли? Ты все слышал? Прошу вас, я все еще словно в потемках. Нет, это я образно.